Ну что же, привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить XCOM. Так, и у нас скоро закончится разработка Эллерия. А инженерный отсек, что у нас строится здесь? 7 дней до запуска спутникового комплекса. Как раз мы сможем вывести 2 спутника даже. У нас раньше закончится производство одного спутника, один у нас уже готов. И на следующий день у нас спутниковый комплекс будет готов. Прекрасно. Теперь бы дожить эти 7 дней. Эллери, секретная операция закончится через 4 дня. Нам надо будет спасать нашего агента. И как раз мы еще одну ячейку Exalt вскроем. Или уничтожим, как правильно сказать. Сообщение совета: через 16 дней у нас закончится месяц. Через 11 дней у нас будет готово еще 2 спутника. Прекрасно. Завершив анализ вещества, найденного на корабле пришельцев, мы с уверенностью заявляем, что на Земле подобных материалов нет. При бомбардировке атомов этого вещества ускоренными частицами вырабатывается колоссальное количество энергии. Возможности практического применения этого элемента безграничны. Хотя в данное время следует думать в первую очередь о том, как использовать его в качестве источника энергии для двигателя. Это вещество не встречается в пределах нашей Солнечной системы, поэтому расходовать его следует крайне осторожно. Примечание. Доктор Валин, этот элемент изменит всю земную энергетику. Если удастся его синтезировать, человечество уже через 10 лет сможет отказаться от других видов топлива. Ну, я буду только счастлив, если человечество научится производить данный элемент и применять его в доброй инженерии, а не в военной. Мы не умеем получать этот элемент, его можно найти только в кораблях и на базах пришельцев. Ну, собственно, как и в оригинале. Летенный цех и улучшенный дугомет, кстати. А почему новый проект? У нас же он должен быть уже. Желеобразный Эллерий. А это что? Оглушать врагов станет проще. Вот это круто. Повысить эффективность огнеметов, не рискуя жизнью бойцов. Ну, огнеметами. А, или это на роботов. Ладно, мы еще узнаем. Так, легкий лазер 6, 10, 10, 13, 13. Понятно. Титановая броня. Вот это будет круто, если мы ее разработаем. Это будет очень круто. Ну, пока тогда давайте легкий плазмер. Может, он помощнее будет наших винтовок, и мы сможем его использовать. Так, ну, дальше. Установил кодировщик и передатчик, но к нему направляется отряд Exalt. Защитите разведданные, уничтожив всех бойцов в районе операции. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Так, а поддержка у нас желтыми мы их делаем, да? Или белыми? Давайте желтики мы все-таки поставим. А у нас это какой номер? 16. Давайте вы у меня все будете желтенькими. Так, снайпер, снайпер. А брони у меня как не было, так и нету. А, нет, смотрите, есть. Давай тебя приоденем. Блин, ты у нас штурмовик же? Или тяжелая пехота? А, да, тяжелая пехота. А ты у нас штурмовик. Нужен ли нам штурмовик? У нас 2 снайпера, 2 поддержки, тяж и... Да, нормально, в принципе. Так. У тебя граната. Давай тебе тогда лазер поставим и гранату пришельца. Почему бы и нет? А тебе мы поставим дугомет. Что с ней произошло? Всего лишь на секундочку. Либо рука у нее где-то за спиной пролетела, либо дугомет. Ну, в общем, что-то произошло с ней. Не то, что должно происходить вообще.
начинаем. Готовимся к высадке, штурм 1. Это, наверное, от нашего оборудования в базе. Я надеюсь. Выявлена группа «Экзальт» в Японии. Штурм 1 отправится туда и обеспечит безопасность нашего агента и полученных данных. Взломали наш кодировщик и тем самым выяснили, где наш передатчик. Если это сделать не удастся, защищать... Окей. Наш агент... Подожди немножко. Агент передавал добытые данные, когда прибыли войска «Экзальт». Положение передатчика пока защищено кодирующим устройством. Но если бойцы «Экзальт» смогут взломать код, они найдут передатчик. А если они его взломают, вряд ли мы получим данные неповрежденными. У нас новая задача. Ну, честно, я вам скажу, что как-то передатчик, ну, слишком близко к кодировщику. Как-то он, ну, очень близко к кодировщику. Так, снайпер, давай-ка мы тебя потихоньку подтягивать. А какие-нибудь возвышенности здесь есть? Кстати, тоже постройка «Экзальт». Можем на автобус тебя загнать, но там нету никакого вообще прикрытия. Страшные звуки раздаются. Ладно, сиди здесь. Ты у нас поддержка. Лекарь. Реаниматор. Вас понял. Не помню, что это дает нам способность. Узнаем. Так, ты у нас снайпер. Давай тогда вот сюда. Тяжик. Тяжик, и тогда давай мы сюда поставим. Ага, ты у нас штурмовик. Давай вот сюда. И поддержка. Последний. Анатолий Чепурнов. Так, удобно нам поддержку засунуть? Ну, давай тебя пока поставим вот сюда. Так, и тебя мы спрячем вот здесь. Что-то страшное там было? Ладно. Слушаюсь. Цель выбрана. Эй! Так, а у тебя не лазерный, да? Это плохо. Командир, войска «Экзальт» скоро взломают кодирующее устройство. Если мы немедленно не обеспечим его безопасность, они найдут передатчик. Не найдут, не переживай. А снайпер их не видит, как я понимаю. А ты у нас можешь со второго хода стрелять. Как я помню. А почему ты их не видишь? Друг мой, расскажи, пожалуйста. Так, вот она двоих видит. А так ты увидишь? О, уже лучше. 60 крит, 30. Ну, давай 60 попробуем. Я молчу. Я промолчу, друзья.
Отсюда ты их тоже не увидишь. А ракету мы можем куда-то запулить? Ну хотя бы двоих сейчас несем. А, да, ты уже стрелять не можешь, замечательно. Так, сиди на длительности. Блин, близко тебя подпускать тоже не хочу. Как прикажете. За дело. Терзает меня смутные сомнения. Вот если снайпер нам только поможет. С отличной меткой стрельбой. Так, 100% 98 и 83. Шикарно. Давайте тогда его и уничтожим. Двойной выстрел. А, да, точно, у нее же двойной выстрел. Так, ты его уже убьешь? Должна убить. 7 даже. Командир, войска Экзальт почти что добрались до нашего кодировщика. Если их не остановить прямо сейчас, они выйдут на наш передатчик. Действуйте! Мимо! Как-то вас очень много пробежало, и я надеялся, что я все-таки сейчас ту троицу вынесу, и будет нам счастье, а вот хрен там. Ох, ладно. Так, где у нас тяж? Тяж. А что ты можешь? Какую зону? Охватить? Хотя бы троих мы можем вынести? К ебеня. Ну, мы двоих можем вынести на заднем плане. А эти вроде бы не в зоне. Именно кодировщика. А мы кодировщик сами взорвем? Давайте попробуем, что ли. А кто свой? Или все-таки кодировщик мы не можем зацепить? Не имеем права. Понятно. Можно я камеру поверну? По своим это все-таки, кажется, мы кодировщик цепляем немножко. Далее пятачок. Ладно, давай хотя бы двоих. Но это две жизни. Давай вот этих двоих. Я не убил их. Как так? Скоро твои друзья к тебе присоединятся. Так, 78. И 78. А давай добивай. Всех разжаловать. Все, чертовой бабушке. Я таких косых оперативников не нанимал. Вот снайпер меня сейчас порадует. Почти. Ну ладно. 92. Да что за хрень? И сейчас они, конечно же, взломают передачи. Или нет? Командир, силы Экзальт захватили кодировщика и узнали координаты передатчика. Обеспечьте безопасность устройства или операция провалена. Задание изменилось. В зоне действия подкрепление Экзальт.
Немного не получилось. Извините, друзья. Но немного не получилось. Ладно. Зомби. Уже иду. Так, давай мы вот данным бойцом походим. Стоп, стоп. У тебя все равно пистолет, и я на... Нет, а ты его не видишь. Ты его тупо не видишь. А если сюда перейдешь... А вот здесь ты его уже видишь. 100% попадания, у него одна жизнь, я думаю, ты его все-таки пристрелишь. Этот отлично. Готов. Объект уничтожен. А, дерьмо. Всех разжал. Бойцы элитного подразделения. Так, ты у нас тяж. Я с тобой согласен. Далековато. Вас понял. Он подмогу позвал? Что он сделал? Они пошли в обход! X-ray on the move, they're flanking us! Подстрахуйте меня с фланга! Так, у снайпера закончились патроны, замечательно. Тут перегрев. Случился перегрев. Так, ты попадешь на него? He's down. I need ammo. Back online. А, стоп, а мы не... Есть, выполняю. Не рядом с ним находиться. Под контролем 2. Нам еще 2 хода надо продержаться. Похоже, это последние подкрепления, командир. Осталось продержаться совсем немного. Не говори. А типа снайпер, да? Хотя сказать, ты же знаешь, что наши лучшие снайперы, но... И тебя разжалы, гаденыш. Давай-ка выносить, а снайпера ты не видишь. Так, там у нас тяж. Здесь у нас простой автоматчик. 98 и 9... А, 89. Давайте 98 тогда. Да, точно. Двойной же выстрел. Почти.
Так, здесь машина сейчас взорвется. Отсюда ты снайпера увидишь, интересно? Принято. А, блин, черт. Ну, не убьет, у нас много жизней. Ну да. Я забыл, что он на победительность установил. Ага. Бывает. Нужен боекомплект. It's killing time. 20 и 60. Но это уже лучше. Dead and gone. А походить ты уже не можешь. Нет, не можешь. Ладно, давай попробуем. Может, попадешь. Отлично, командир. Прекрасно. Передатчик безопасности, и вы, похоже, устранили всех бойцов Экзальт в этой зоне. Четко сработано. Ну это же... сомневался в наших бойцах. Но, правда, я половину разжалую за их косость. Ну, а также это же элитный отряд Экском. Пока что без единой царапины. Так как, ну, в одного, у нас в одного попали, конечно же. Так. Может вести ответный огонь без снижения меткости. И при стрельбе по целям, которых осталось менее 50 ОЗ, меткость увеличена. Давай вот это. Это у нас отличный снайпер. РПГ и огня на подавление увеличиваются на 2 клетки. А ты у нас... ты у нас осколочная ракета. Второй выстрел, если первый попал в цель. И у тебя как раз свинцовый дождь. Если первое действие обычно выстрел... А, все, понятно. Две гранаты. Да нет, в принципе, две гранаты нам не нужны, а вот дальность наших РПГ надо бы увеличить. А, так, один раз, а... три в каждом сражении. Давай медпакет все-таки. А, секретная операция. Все, доклад по секретной операции. Это у нас тоже же поддержка. И тоже давай реанимируй нас получше. Аннетта уверена, что за последние несколько месяцев ее плена... войска Экзальт атаковали пришельцев с целью отбить ее и захватить самим. Если она говорит правду, организация Экзальт еще более опасна, чем мы подозревали. Экзальт хочет отбить ее у инопланетян и под контроль самим взять? Как-то тупо. Лучше бы уж с инопланетянами объединились. Так, финансы, серый рынок, секретные операции. Ну вот, у нас уже список сократился. Это у нас Китай, Япония, Индия. Африка. Северная Америка. Да, а, и Южная Америка. Я думаю, прям зонами мы будем убирать. Ну ладно. А, $100 нам дали. 100 условных единиц, простите. Мы можем на какую-нибудь гадость их потратить, как всегда. Можете им построить. А что мы можем построить? Не хватает энергии. Постройте генератор. Так, ну, понятно. Эллериевый генератор. А не хватает денег. Два блока питания. Ну, все у нас есть, кроме денег. 30 единиц энергии. А простой генератор?
6 единиц. Не, давайте лучше подождем денег и построим уже Эллеревый генератор. Это будет намного круче. Да, энергии действительно у нас 1 единица свободная осталась. Так, тогда. Давайте посмотрим, литейный цех у нас на что-нибудь хватит. Улучшен дугомет. Мощность. Оглушать врагов станет проще. А какой-то на дугомет еще же улучшение было. Захват дрона, вот, кстати. Управлять дронами в течение всего боя. Экономия патронов, ладно. ТБМ. Тяжелая боевая машина. ТБМП. Приступи к производству ТБМП. Кстати, у нас, может быть, скоро броня будет новая, так что, мне кажется, пока ту среднячку, которая у нас есть, не будем пока производить. Лазер для ТБМП. Охранный дрон. Многослойная броня. Кстати, у нас же опять не хватит электричества. Ладно, давайте улучшим дугомет. Я передам все в литейный цех. Спасибо. Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. Ура! Спутниковый комплекс. Отлично. Комплекс введен в строй. Так, запуск спутника. Отлично, у нас здесь только Франция не занята. Плюс 80 в месяц. 4 спутника, 8 ученых. Было 6, станет 8. Спутник запущен. Отлично. Так. И у нас здесь есть истребитель. Давайте как раз в Канаду и запустим. 5 из 9 на орбите. Снимаем наблюдение за последним объектом. Это наши. Похоже, просто пилот задремал за штурвалом. Где? Кто посмел? Уснуть на рабочем месте. Так, Мексика плюс 50, а Канада плюс 100. Давайте еще и в Канаде запустим. Спутник запущен. Так, еще один спутник у нас есть. Ну, давайте сразу в Мексике запустим. Спутник запущен. Отлично. Так, а сюда нам надо будет истребитель тогда купить, либо откуда-нибудь отправить. Ну, лучше купить, конечно. О, пошла движуха. Вижу несколько неопознанных объектов. Да я рад. А, здесь всего лишь две страны у нас. Африка и, собственно, Азия и Австралия. Так, ну давайте тогда с Южной Америки. Нет спутников. А, у нас нету вообще спутников теперь. Ну вот, два спутника будут готовы. Окей. Требуется 6 пулеметов, а у нас 5. Так, а мы же кому-то этот пулемет выдавали из наших бойцов. Так, казарма. Бойцы. Так, тяжелая пехота. Нет, у нас не на...
ни на кого мы не экипировали данный пулемет. Так что у нас просто нету. Нету, мы не сможем продать и получить 30 условных единиц. Мало как-то. Мы засекли неопознанный объект. Таких громадных мы пока не видели. Если вы решите атаковать этот корабль, я бы посоветовал поднять в воздух лучшие истребители. Да вот был бы у меня, да, лучший истребитель. Ай, черт. С каждым днем мы все лучше понимаем принцип работы плазменного оружия инопланетян, но воспроизвести их технологию недостаточно. Важно сделать новое оружие удобным для наших бойцов. А это очень непростая задача. Пытаясь максимально облегчить вес оружия, мы неожиданно придумали, как повысить точность винтовки. Теперь мы можем не только создавать легкие плазменные винтовки, но и дорабатывать трофейные экземпляры. Прикольно. Производить собственные легкие плазмеры. Кроме того, бойцы смогут использовать трофейное оружие этого типа. Новый предмет – легкий плазмер. Плазмопушки – просто плазмер. А плазмопушку – это для наших как раз истребителей. Вот мы ее изучим. 10 эллерия, 30 фрагментов оружия. Шикарно. Мы не стали поднимать истребители для перехвата. Надеюсь, этот корабль не нанесет большого урона. Мы засекли новый объект, от него идет странный сигнал. Похоже, он ведет сканирование, что-то ищет. Скорее всего, нашу базу. Мы его точно сбить не можем никак. Обнаружен объект. Если что, мы тебя быстро обратно отзовем. Очень-очень веду быстро. Противника. О, ё-моё. Это же вот эта летающая нас крепость. Так, тихо. Уходим отсюда. Вышел из боя с корабля пришельцев, перехватчик получил серьезное повреждение. Да, это же база пришельцев. И она, кажется, летит прямо на нашу базу. Шеф, мы потеряли один спутник. Мы не сможем отслеживать корабли пришельцев над этой страной, и она прекратила нас финансировать. А, это вот что искало. Понятно. Черт. А построить мы же можем какие-нибудь корабли? Отличные системы охлаждения могут сбить любой корабль пришельцев, но их дальность поражения невелика, так как перехватчики должны подходить к врагу как можно ближе защитной матрицы. Чтобы мгновенно, небольшое время корабль лучше уходил от выстрелов. После одного использования матрица сгорит. 3 трупа летуна нам нужно. И на все нам не хватит, конечно же, денег. Так, ждем, когда пушка изучится у нас. Шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. На США же сбили, да? Спутник запущен. Сволочи. Спутник запущен. Сейчас будут деньги, я туда перехватчик размещу. Канада вошла в зону спутникового покрытия. Мы стремимся к тому, чтобы наши самолеты не уступали кораблям пришельцев. Одно из главных направлений наших исследований – разработка плазменных технологий, аналогичных инопланетам. Вариант плазменного оружия для наземных войск уже был, и нам оставалось только увеличить размер и огневую мощь плазмопушки, чтобы использовать ее на перехватчиках. Убедившись, что самолет выдержит мощную
отдачу такого оружия, мы приступили к работе. Теперь плазменные пушки готовы к производству. Думаю, наши пилоты их оценят. И я оценю не только пилоты. Плазмер, давайте лучше исследуем новый истребитель. 10 дней на это нам надо. Термоядерная пушка, это тоже на истребителе? Дредноута, мы нашли множество интересных материалов-то. Давай новый истребитель. Скоро у нас отчет, кстати, 778 условных единиц мы получим. Это прекрасно. Если у нас опять какой-нибудь спутник не собьют эти гады. Что? Операция Эксальт. 15 денежек. Кого бы нам туда запустить? Снайпера не хочу, штурмовик, поддержка. Так, операция 3, 3, 2, 1. Одна операция. Комплект брони. Пусть будет. Секретный агент направлен для уничтожения группы Экзальт в Канаде. Так, у нас в Канаде же базы нету, а мы сюда и направили его. Ну ладно. На глобусе отмечены точки, где произошли похищения. У меня есть точные координаты. Ну, Ванкувер. Да, у нас, кстати, здесь совсем плохо после того, как наш спутник сбили гады. Та же команда? Вот только тебе, наверное, надо поменять. О, мы же можем теперь использовать легкий плазмер. 4-6. А ты 4-6. То же самое. 4-6. Дальность средняя. Дальность средняя. Ну, зато у нас теперь появились еще пушки. Причем на халяву. Так, пистолеты. Ну, обычно пистолет. Ладно, хрен с тобой. Лазерную винтовку мы тебе поставили. У тебя броня-то есть, мы все-таки можем. Отлично. Ты у нас только без брони остался. И ты. Ладно, когда-нибудь что-нибудь да придумаем. Броня у нас будет. Штурм 1. Готовимся к... Следующая операция пройдет в Канаде. Стало известно, что участили... Спутники и штурмовики. Нам теперь нужны спутники и штурмовики. Но спутники мы еще... Ситуацию штаб, с ними исправили. Рейнджеру. Мы на точке. Прошу разрешения на выброску десанта. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. А вот с истребителем пока ситуация очень плохая. Что-то я как-то про них забыл. Совсем забыл. Ваду. Координаты получены. Getting it done. Кто у нас снайпер? Ну, давай. Ты у нас можешь ответ на огонь произвести без потери точности. Это круто. Если враг где-то у нас далеко выскочит, то в принципе есть шансы, что он со 100% точностью попадет. Так, ты у нас штурмовик.
Бегу! Может, не надо было так далеко забегать? Хотя, мы никого не нашли. Ясно. Так, давай с тебя начнем, мистер Лебедев. Поехали! Можно я подстрелю пришельца? Да, пожалуйста, найдешь его только. Сначала. Потом подстрелишь. Без проблем. Я разрешаю всем стрелять. В любого пришельца, которого они увидят. Я мигом. Интересно, а оружие не взрывается и не уничтожается, если мы берем пришельца живыми? Только тогда? Или все-таки есть какие-либо другие способы? Позиция конфермата. Что-то мне подсказывает, что сейчас нам будут давать люлей, потому что странное затишье. Let's do this. Ох, а у тебя будет сейчас соточка. Как я понимаю? Да, не, 89. 74. 89 и 74. Наверное, очень далеко они находятся все-таки. Ну ладно, давай попробуем. Командир, может, у вас получится захватить эти контейнеры, а не уничтожить? Да я случайно. Я правда случайно. Damn it. Моя косоглазенька. Да, из дробовика, конечно. Далеко не пострелять. Так, а он же может обойти нас с фланга. Мы можем, в принципе, поближе к данному. Я их достану. Бойцу подойди и выстрелить. За дело! Еще один допрыгался. Так, там еще один остался. Ребят, как-то рано успокоились. Будет сделано. Боюсь. Испугались, уже наложил уродцы. Штаны. Так, состав утрачен, а второй мой состав не нашли. Так, кто у нас ходит? А ты... Ты не видишь. Я пошел. А с данной позиции? Зараза! Так, на какую тебе позицию вывести, чтоб ты заметил
нашего друга-инопланетянина. Куда он насмылся? Так, и на возвышенность никакой тоже не залезешь. Хотя мы можем попробовать, в принципе, на грузовик запрыгнуть, но я боюсь, мы там найдем каких-нибудь инопланетян с левой стороны. Ну вот-вот, да, собственно. Об этом я и говорил. Так, у нас еще обход с фланга. Так, снайпер, отходи, пожалуйста, куда-нибудь подальше. Вот за эти почки хотя бы. А вот ты сможешь ракетой отсюда пристрелить? Хотя один раз, если мы сходим, мы уже ракетами пользоваться не сможем. Так, ну тогда пока вот сюда отступай. Там, я думаю, мы двумя бойцами разберемся с оставшимся мутоном. И сохранимся. Нет проблем. Меня так просто не убьешь! Все-таки они у нас классные бойцы. Попади. Я думала, они крепче. Так, фланг мы себе почистили. Так, а если ты куда-нибудь... А ты у нас кто? А, ты у нас поддержка. Ясно. Вижу противника. Твою мать. Черт, не может быть. Мы еще летунов задели. Мне уже как-то пофигу на этот состав, честно. Сейчас бы выжить, отбиться от этой равы на плотен, которую мы случайно... Слушаюсь. Так, и ты никого не видишь. Отлично. Отменить джихот можно? Черт. Нам сейчас будут рвать. Второй раз ты не выстрелишь, и ты не попадешь. Нет, пожалуйста, нет! Дайте мне уже походить. Так, мы же здесь. Мы же здесь только с мутонами воевали. Да. Тогда аккуратненько. Будем аккуратненько. Там точно нет продвигаться. Меня тут пристрелят! Хочу сказать, вот будет ржачно, если она
в данный ход не попадет. Ну, собственно, это и случилось. Уже в пути! Я под обстрелом! У нас есть просто пески времени, и мы умеем отматывать назад неограниченное количество раз времени. Не обращайте внимания. Какие-нибудь таблетки, которые будут лечить, повышать точность нашим бойцам. Вам виднее. Вот какая граната. В меня стреляют! Я бы кинул в него гранату и успокоился. Она бы точно его снесла. Сколько у него? 3 жизни осталось, да? Граната бы нам помогла. Может, ее просто не трогать? Меня 2 раза просить не сидит. Надо. В другой раз попаду. Так, а мы помним, что если начнем приближаться, нас начнут расстреливать летуны и... А я забыл маленький головастик, как зовут. Ладно. Давай тогда куда-нибудь вот сюда пододвинемся. Вот так-то. Одного еще с фланга обошли. Вот у нас снайперша разошлась. Так, а тебя, принято. Пожалуй, мы вот сюда отведем. Ты у нас будешь наблюдать машину с данной стороны. Испугались, уродцы! Куда пошел? Говнюк убежал, ну ладно. Мы его еще догоним как-нибудь. Интересно, это им точности прибавляет или урона? Это все? Здесь просто ад! Так, только не паникуй, пожалуйста. Ага, второго мы можем подстрелить. Давай. Есть. Армасеко, просто покарит. А мы давай попробуем... Легко! Этого говнюка поймать. Если получится, конечно. Свеженький. Если получится, давайте все-таки убьем одного из мутонов. Да. Так, туда у нас только рывок. Хоть чуть-чуть поближе подойди. Окей. Граната. Будет поэффективнее средство. Ура! Уже лучше, намного. Этот эффект мне больше нравится. Допрыгался. Друг мой, ты снайпер, почему 43 меткости? Aim.
taking fire. Fire in the hole. Все-таки нашего снайпера пытаются подстрелить. Чисёно. Давайте мы его как раз полечим. А, сейчас у нас кран забудется. Точнее, трактор. Так, и куда ты можешь у нас добежать? За дело! Давай, беги сюда. Я надеюсь, ты у нас тех пришельцев не скроешь. Не скрою. Так, 74. Ясно, хотя бы кого-то ты убил. Он где-то там наверху. Найди его, пожалуйста. Ясно. Лунатик готов. Так. Мы можем тебя, в принципе, вот сюда куда-нибудь подвести, у тебя будет отличный обзор. Давай только сохранимся. Я просто хочу бойцов еще подлечить. Так, давай, друг мой. Давай, держись. Так, а тебя? Тебя? Давай-ка мы тебя немножко в бок отведем. Affirmative, moving out. Тебя бы вот здесь спрятать. On my way. А там будут пришельцы? Кстати, а куда этот мутон-то убежал? Так, а тебя мы тогда перебазируем вот сюда. У тебя должен быть там хороший бонус. Вот, кстати, наш мутон появился. Больше не дернется. Он вошел в всю карту и вышел с другого фланга, грубо говоря. Так. К бою готов. Да подождите со своим снайпером. Так, или тобой мы походим. Давай вот понял. Сюда. Вижу противника. Иду на позицию. Так. Черт, а теперь у нас никто их не видит, да? Good to go. Блин, а могли бы из ракетницы расстрелять? Ты у нас ходить уже не можешь. Прекрасно.
Так, у нас остался штурмовик, который может зайти с фланга, в принципе. Поняла. Вижу цель. Попал. Target still up. Да я вижу. Что ты мне поясняешь? Я без твоих пояснений вижу, что ты никуда не попал. Никуда и ни в кого не попал. Мне надо сменить укрытие! В меня стреляют! А экзоскелет у нас никуда не ходил, да? Уже иду. А попадешь ли ты, друг мой? Черт. А, в принципе, дострелим. Мы можем даже попасть сразу в двоих. А толку у нас от этого какой-нибудь будет? 4 единицы урона. Ну, по крайней мере, мы экзоскелету нанесли 4 единицы урона. А это уже неплохо. Стреляю как могу. Да я вижу. Двигаюсь к точке. И нам еще ачивку при этом дали, отлично. Двойной выстрел, а нам не в кого больше стрелять. Так, и у нас же где-то... Кто-то у нас еще там был уже, вроде, нет? Мутроны. А, ну, в принципе, всех мы убили. Почти. Так, давай-ка сюда. Двигаюсь к точке. Придвигайся к нам поближе. Так, а ты сможешь к нему подбежать и расстрелять? К чертям собачьим. Сколько ты урона нанесешь по нему? 5. Давай стрельба на бегу. Двигаюсь. Притык. Мочи. Как я его, а? И снова удача. Нечем. Да ладно, с каждой миссией у нас дела немножко хуже проходят. Ответный огонь снижает ее меткость на 30. Давай лучше реаниматор. До связи, командир. Плохо. Очень плохо. Теперь я практически уверена, что Анетта каким-то образом была вовлечена в нападение на штаб XCOM.
Ее отрывочные воспоминания об этом событии содержат детали, которых не мог знать человек, не причастный к нашей организации. Остается вопрос, какие качества сделали ее настолько ценной для пришельцев? Телепатия. Телепатия. А почему это снизилось финансирование? Два спутника. Ну, выйдут на орбиту, сообщение совета, секретная операция. Ладно, ждем сообщения совета. Три дня. США, Бразилия. За последний месяц вы проделали немалую работу. Благодаря вам Земля получила короткую передышку. Однако мы полагаем, вам еще есть к чему стремиться. Да. Ранг Си. Очень плохо. Один ученый, Азия вообще нам ничего не дала, Африка. 13 ученых у нас и 4 инженера. Не забывайте, мы видим все. Так, и у нас 991 условная единица. Так, лаборатория. Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Новый истребитель. Я уже отправила новичков в лабораторию. Оружие, техника. Спутники. Да и пофигу, что не хватает. Сейчас главное что-то хотя бы на новый истребитель оставить. Так, 4 спутника пусть готовятся. Постройки. Ну вот у нас модуль спутниковой связи плюс спутниковый комплекс. И мастерская, литейный цех у нас тоже в связке. В лаборатории тогда пойдем как-нибудь вот здесь. Блин. Ну, лаборатории тогда у нас будут здесь в ряд. Или не будут? А, ладно, подумаем еще. Так, здесь и ларевый генератор построим. Дней. Подождем, хорошо. А, ну и все, в принципе. Литейный цех только можем что-нибудь заказать. Улучшенный медпакет. 1.5 раза больше ОЗ, то есть это место 3. Ну или 4. 6. В принципе, неплохо. Я не хочу пока 125 единиц тратить. Тактический разгруз. Второй предмет. Вот это круто, в принципе. Но давайте в другом месте, наверное, подождем. Сейчас как раз эвакуируем нашего бойца и будем разрабатывать новый, точнее, производить новый истребитель. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Я тоже уверен. Так, в принципе, команда у нас не поменялась. Так, ты в тяжелой броне у нас. На тебя брони не хватило. На тебя тоже. Ладно. Когда же вы у нас станете супер меткими, то я смогу с вас убрать данное улучшение. Никогда смеялись они. Готовимся к высадке, штурм 1. Обнаружена группа «Экзальт» на территории Канады. Похоже, нашему агенту нужна помощь в... Наш секретный агент почти преуспел в перехвате данных и системы связи «Экзальт».
Однако в зоне его действий появились войска противника. Мы должны получить эти ценные данные. Обеспечьте безопасность агента, пока он взламывает оставшиеся трансляторы. Если мы потеряем этого агента, данных нам не видать. Да хорошо. Мы уже такую операцию проводили. У нас новая задача. И мы с ней справились на 100%. Так, снайперов, наверное, загоним на крышу. Одного, наверное, на это здание. Сива! А там у нас случайно не человек в паутине был? А, это просто паутина. Но уже не очень приятная. Координаты получены. Вещь. В принципе, она здесь не должна находиться. И второго снайпера, наверное, разместим на этой крыше. Orders confirmed, moving out. On the move. Так, ну давай тебя внутрь здания. Зашлем. Вижу, агент Экзальт, как выяснилось, генетически модифицированы. Мы думаем, что у организации есть доступ к составу и собственные, хорошо оборудованные лаборатории. Однако я никогда бы не предположила, что мы будем использовать подобные методы для модификации физиологии наших бойцов. Да ладно. Если кто-то до этого дошел, почему мы не могли дойти до данной технологии? А, давай тебя сюда за стену тогда разместим. Может, пока мы тебя отведем? Спешу как могу. Хотя бы в одного мы попали. Это уже очень и очень сильно радует. Попал, зараза! А что у него за винтовка? Я даже снайпера на позиции не вывел. Что плохо. Рочедо. Так, а они в тебя попали. Блин, надо было бы тебя отводить. Черт. Отсюда сможешь кого-нибудь подстрелить? А не сможешь. Так, ну, ты у нас ракеты точно уничтожишь? Хотя бы двоих. А нет, у них много жизней. Но повредим, по крайней мере. Так, где-то у нас здесь был боец. На, немножко в другой угол здания.
Уже бегу! Выполняю! Черт! Не может быть! ГМО, солдаты. Круто, они так же умеют делать, да? Мазила! Так, давай мы тогда тебя отводим. Ну, хотя бы. Иду на позицию. Давай хотя бы сюда. И в этот раз ты попал. Отсюда ты сможешь кого-нибудь вообще подстрелить? Roger that. Так, а кто у нас здесь ракету тогда запустил? Так, здесь снайпер. Но остаешься только ты? А ты у нас... По-моему, тоже снайпер. Так, а если этой ракетой мы воспользуемся? Она у нас дает кровотечение. Как так? А же ракета туда должна пролететь была. Здесь у нас двое. В принципе, я могу добежать. Я их достану. До данной точки. Ладно, ладно. Вот сюда. И нарваться здесь на одного из бойцов. Блин. Отмена паузы. Блин. Ну, она у нас труп. Ну и все. А, хотя... Хотя, девочка, ты жива. Это отлично. 96 меткости. При том, при всем,
они находятся в дыму. Так, ладно. Давай сохранимся. Кто у нас здесь? Так, да, ты у нас тяжелый пехотинец. 7 единиц урона. А сколько у тебя сейчас жизни? Я не вижу, к сожалению. Блин, можно камеру как-нибудь подкрутить немножко? Снайпер. И, кажись, снайпер. Так, ну давай по тяжелой пехоте тогда. У нас 2 выстрела будет при этом. Давай попробуем тебя еще крытануть. А, ты и так подранены. Отлично. А второй выстрел? Шикарно, второй выстрел у нас есть. Не убил, но очень хорошо ранил. Так, у нас здесь снайпер на бдительности сидит. Так, а ты лучше, подруга моя, отступай, пожалуйста. Я не хочу терять бойцов. Ох, как не хочу. Давай-ка вот сюда. Мы тебя подлечим. Только бойцов подведем поближе. Так, а ты у нас с меткостью. То есть бдительностью. Я обо всем позабочусь. И мы тебя еще со фланга обошли. Ну, жалко, что не убили. Давай тогда мы тебя тоже, может, дымом прикроем. Компьютер этим очень хорошо пользуется. И мы тоже воспользуемся. Дымовая завеса! Ну, я думаю, ты не попадешь. Ну, собственно, да. Урон нулевой. Мы убили элитного снайпера, нам дали ачивку. Здорово. Что я могу сказать? Это очень здорово. Так. Мы можем добежать до укрытия только с помощью рывка. Справа у нас снайпер. На снайпер потратить может гранату. Докинешь? Блин, чуть-чуть не хватает. Совсем чуть-чуть. Отсюда. А в принципе мы только по горизонтали сместимся. Не приблизимся. 39. Вот если бы его убить со 100% вероятностью. А если мы приблизимся вот сюда? А он нас заметил. А тебя подлечим. А он все равно промазал. Так, и вот теперь как-нибудь вот так вот гранату закинем. Yes. Народ, не радуйтесь, у нас там слева еще один был снайпер. Точнее, у нас там боец какой-то был. Так, давайте перезарядимся. Я снова в строю. Окей. Good to go. Так, а ты пробирайся, пожалуйста, к нашей поддержке. Они тебя подлечат.
Поехали! Так, ну давай тогда потихоньку... Пробирайся вот сюда. Что там за звук? Я и сказал, где-то он у нас тут лазит, засранец. А ты его тоже... А, ты его видишь. И при этом он попал. Блин, ну это будет рывок. Так, тебя надо подлечить. Это я помню. Не дергайся, все нормально. Там точно нет засады? Нету, нету. Я думаю, когда мы начнем взламывать данные источники связи информации, тогда еще подойдет подкрепление. Ты не видишь его, да? У тебя гранаты нету. Отсюда ты его расстрелять сможешь? Не знаю, наверное, нет. Так, нашего снайпера надо подлечить точно. И никто его не видит, кроме снайпера. Так, давайте тогда начнем с этого маяка. Или с этого? Слушаюсь. Ой-ой. Я под огнем! Наш агент рядом с транслятором и готов его взломать, чтобы извлечь данные и включить транслятор. Ой-ой. Наш агент расшифровал данные Экзальт и временно отрубил их систему связи. Это их затормозит. Теперь наше дело найти и взломать оставшиеся трансляторы. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Блин. Как же ты там спрятался? Двигаюсь на позицию. А, здесь ты уже не видишь его. Прекрасно. И ты здесь его не видишь. Да вы даете. Двигаюсь к точке. Так, я говорю, что с этой позиции и ты его не будешь видеть. А, не, ну хотя бы ты его видишь. Так, наверх ты залезть не сможешь, конечно же. Куда же нам отступать? Выхожу. Давай сюда отойдем тогда. Ты же его убьешь? Марта Сепольто. Командир, новые силы противника приближаются к позиции отряда «Штурм-1». Thank you.
Ну давай двадцаточку сразу. Ну, тоже неплохо. С одного выстрела его застрелить. Так, ты тоже видишь снайпера. Так, и у нас остался... Мчусь туда! Последний спутник. Спутниковая тарелка, которую мы должны взломать. Ладно. Ready to rock. А, черт, я перезарядился же? Ну, тоже неплохо, в принципе. Так, три... Координаты получены. Это был последний транслятор, командир. У нас в руках все данные Экзальт. Теперь доставьте агента к точке эвакуации. У нас новая задача. Да я, в принципе, с радостью его доставлю. Только, наверное, подкрепление опять подойдет. Выхожу. Бдите, друзья мои. Бдите. Или вас на этих же точках оставить. Ладно, пока посидите здесь. Штурм 1. Войска Экзальт движутся к вашей позиции. Вот фак. Прям за нашим снайпером. Зараза! Adjusting aim. А, цель не поражена. Hostiles pacified. Out of rounds. Ну, в принципе, не только у нас. Хреновая очень позиция. А он за одну пробежку не добежит до места эвакуации? Ты же должен. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть не хватает. Ладно. Так, у нас где-то... А, его застрелили. Так, мы можем тебя подвести поближе, выстрелить. И выстрелить... А, наверху. Наверх? А, я штурмовиком все равно наверх не добегу. Нашего штурмовика могут при этом убить. Повеселимся! Ладно. Выполняем. Будем рисковать. Мы сохранились? Сохранились. Как говорится, списки времени у нас есть. Что, урод, нравится? Да что мне тебе? Что мне твой выброс адреналина? Что мне тебе твой выброс адреналина? Нет. Попал уже хорошо. Так, друг мой, ты давай перемещайся к точке эвакуации. Вот сюда поближе, по крайней мере, на следующем ходу ты добежишь, куда надо. Если тебя, конечно, ракета не... О, тут еще один. Снайпер. Куда меня тебя... Куда мне тебя спрятать? Наверное, лучше будет тебя отвезти вот сюда. Куда подальше. Принято. Rock and roll.
Так, а тобой мы можем уже повеселиться. И, кстати, у нас взрывной волны хватит. Ну, двоих только зацепить, к сожалению. И мы их убьем. У нас, в принципе, останется один снайпер. Нет, одного мы не зацепили, к сожалению. Но попытка была хорошая. Сбежать пытаются! Так, ну медпакет у нас есть, так что, в принципе, оживить мы его можем. Если сейчас, конечно, снайпер никого не пристрелит. Командир, к врагу идет подкрепление. Ну, в принципе, мы эвакуируемся. У нас боец добежит до точки эвакуации. В принципе. Друг мой. У нас же миссия закончится. Командир, агент доставлен к точке эвакуации. Разведданные при нем. Можете либо уничтожить оставшихся на позиции врагов, либо вернуться на базу. У нас новая задача. А, или всем бойцам прибыть... Ну, да ё-моё. Ладно. Секкато. Сервоно рифорнименти. Реанимировать бойца. Реанимировать бойца. Да, командир. Вот и подлатали. Наверх ты быстро не сберешься. Так, давай тогда мы своих бойцов прикроем. Гранаты мы, конечно же, все потратили уже. Сто процентов крит. Попади только, пожалуйста. Блин, ну что ж так плохо-то? Попади. Попади! Месть. Да понятно, что ты промахнулся. Так. И ты далеко убежать не можешь. Ты вообще убежать не можешь, но зато ты можешь стрелять. Обидно. Нет патронов! А у них такие же способности, как у нас, оказывается? Опаньки. А тебя я не видел, чтоб... Твою мать! Чтоб ты там вообще подходил. Будем знать. Arma secco, non posso attaccare. Так, что, мы кидали здесь дым, чтобы прикрыть наших бойцов. Завеса! Снайпер. Снайпер, снайпер, снайпер. Если ты отойдешь вот сюда, ты все равно видишь. Отлично. 100% крит. Но нет, кист поменьше. Ты попадешь. Ну да, все равно 9 урона. Жаль. Очень жаль. Ты наверх не попадаешь. Плохо.
но два раза мажешь. Уже иду. Давай в строй. Направляюсь на точку. Вали, мой друг. Командир, агент доставлен к точке эвакуации. Разведданные при нем. Можете либо уничтожить оставшихся на позиции врагов, либо вернуться на базу. У нас новая задача. В другой раз попаду. Мне стрелять нечем. They're flanking my position. Или может с воскрешением подождать немного? Там все равно несколько ходов у нас дается. Но то, что мы снайпера отвели, это уже хорошо. Так. У нас, наверное, вот... данный сейф. Именно он. Так, а если мы... А все равно мы снайпером сейчас стрелять не сможем. Потому что на его выстрел нам нужно целых две ячейки хода. У него урон с каждым выстрелом растет. Так, ну давай мы тогда тебя прикроем. У нее три хода еще есть на воскрешение. Дымовая граната! Так что я думаю, мы сможем подождать немножко. Так, снайпер, как в прошлый раз, отводим. Как ты ж подонок-то, а? Ну, теперь, мне кажется, толку никакого вообще нету стрелять. Давай тебя тогда отведем с линяги. Смена магазина. Ясно. Если командир, они не начнут только из базу палить, то тогда будет все замечательно. Принял. Можете либо уничтожить оставшихся на позиции врагов, либо вернуться на базу. У нас новая задача. Они двигаются! Зацепило! Так, это же не тот сейф, да? А у нас все автосохранения ушли. Давайте тогда переиграем этот момент и попробуем изменить расстановку сил на поле боя. Тогда расположим наших солдат немного по-другому. Снайпера тогда отведем не за бочку, а за данную вышку. Вас понял. Поддержку к другой вышке поставим. Так, за эти ракеты у нас будет атаковать двоих засевших на крыше. И обоих мы задеваем, отлично. Правую убьем, левую покалечится. Окей. В принципе, некоторые шаги повторим. Со всей возможной скоростью. И давай бегло огонь.
все так кончите. Так, куда мы нам тебя отпустим? Я пошел. Есть, и второго убили, отлично. Лунатик, можно срочно пополнить боезапас. Я мигом. Да, вижу противника. Пункт эвакуации. Да, у нас же тут еще снайпер остался. Вдруг мы до туда-то не добежишь, к сожалению. Или тебя тут оставить? Даже не знаю. Ладно. Принято. Давай немножко левее тебя сместим. Снайпер, перезаряжайся, наверное. Или тебя сдвинем. Ладно, перезаряжайся. Командир, к врагу идет подкрепление. Еще на крыше появится? Да. Так, и обоих ты видишь. Хорошо. Сохранятся или нет, вот в чем вопрос. Ладно, давайте продолжим отстреливать бойцов Эксальт. 100% меткость, 60 крит, отлично. Если действительно попадем критом, то можем и убить с одного выстрела. Давайте все-таки сохранимся. Чтобы не было случая, как в прошлый раз. Не будем надеяться на автосейвы. Ну вот о чем я и мечтал. Отлично. Осталось двое. И слева снайпер. Ребят, ну сейчас вы меня просто радуете. Вот сейчас вообще круто получилось. Снайпер и справа боец еще один остался. Heading to that location. Так, бди. Тебе бы куда отвезти? Ну, можем, в принципе, за снайпером побегать. Один момент! Что кричать-то? Перезарядился. Слушаюсь. Командир, агент доставлен к точке эвакуации. Разведданные при нем. Можете либо уничтожить оставшихся на позиции врагов, либо вернуться на базу. У нас новая задача. Их, по-моему, двое осталось. Если я правильно посчитал и помню их расположение, то двое. Да, наверху снайпер и справа. Бегу. Вроде обычный штурмовик. Автоматчик. Ну да, у снайперов чем дальше, тем выше точность. Ну и так попал. Правда, урона мало. Окей. Ракет у нас нету. А, ты видишь, отлично. И убиваешь его. Прекрасно. Больше не рыпается. Остался снайпер. Где наш снайпер? Бегу! Вроде бы он открыл тогда дверь. Да нет. Не внутри помещения все-таки оказался. Зомби, ты у нас пойдешь наверх. Давайте сохранимся все-таки. Ясно. А то он может использовать Джокер в рукаве, подорвать пол отряда. Вдруг.
хватит вот этих. Повезло. Да, он промахнулся, отлично. Все. Друг мой, ты не жилец. Как так, он еще живой? А снайпер засечет его? Нет, снайпер тоже не видит. Жаль, очень жаль. Повеселимся! Выполняю! Я думаю, ты его подстрелишь. Командир, наш агент безопасности, отлично. Извлеченные из транслятора данные, находятся при нем. Отлично! Убитых. Прекрасно, да. Бой долгий был, но мы справились. Так, одно повышение всего лишь. Можно использовать еще один раз. Клево. Доклад по секретной операции. Находится не в Африке. Разведданные дешифрованы. Уже тоже хорошо. Идет расчет возможного местонахождения группы Exalt. Так, ну у нас уже осталось 6 мест, где может быть база. Мексика, Бразилия, Китай, Япония, Индия и США. Наверное, США. Так, база Exalt находится в стране, за которую можно играть в Civilization 5. Надо будет посмотреть, какие страны есть в пятой цивилизации. Но это в следующей серии. Я думаю, мы сделаем и все-таки атакуем эту базу. Ну а если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Спасибо за просмотр.